Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, всех приветствую. А, дед спаси, да. Как говорится, мы скоро уже пройдем. Две главы осталось. Да. Блин, в прошлой серии мы вроде остановились даже с вами в какой-то комнатке, такой большой вроде, как я помню. Вот. Надеюсь, мы за 2-3 серии пройдем уже эту игру, потому что игра реально долгая довольно-таки. Вот если мне вот колду, если кто не смотрел, подсказочка, да, уже выскочила в правом верхнем углу или в левом. Или если что, если не выскочил, то в описании ссылка на плейлист. Если колды мне не хватило колды мне, прям вообще. То есть там 6 серий у нас вышло всего с вами. Если колды мне не хватило, то этой игры мне прям хватает сполна. Тут Саша поудобнее, приятно пить, кто кушает, приятно пить, кто что-то пьет, там что-то, чаек, кофеек, кто что любит. Одевайте пледик, приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! А, мы остановились вот здесь вот. Вот дурак, смотри, ля дурак. Ну, патронов с вами, так понятно, тоже нету, да? А, не, есть. 3 патрона. 2. 9. Погнали. Что я отвык? Это серьезно? Подожди-ка. Как посмел ты отвернуться от церкви в этот роковой час? А, здесь была мясорубка, точно. Я помню это. Это тоже правда еще невероятнее. На планете под нами мы обнаружили. Здесь была мясорубочка. Точно. Да конечно, мужик, блядь, херню какую-то несешь. Юнитология права. Ты еще? А ваша смерть станет первым. Да не испугают вас физические методы трансформации. Вскоре вы станете Стан? Выше любой физической формы. Конечно, конечно, мужик. Не слушайте. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. Не слушайте. Так, здесь был патрончики. Патрончики, патрончики нам нужны. О. А, нет. Журнал? А, ясно. Ясно. Как всегда, наедало. Угу. Значит, с вами есть... Мы можем пойти закупиться патронами, в принципе-то. А можем хер забить максимально. И все. Ой, блин. Да, я в шоках с этого чела. Не испугают вас физические методы трансформации. Вскоре вы станете выше любой физической формы. Что там было-то? Не слушайте. Это то, что мы искали все эти годы. Мы столько ждали. А, блядь. Мы остановились там. Понял, да, здесь была... Тут будет мясорубка, точно. Блядь, здесь не могу дойти. Ну ты тварь. Чё, понимали, просто я серии записывал, потом такой, оп, серий много, надо-ка прекратить записывать их, и потом такой, а, серии же, точно. Вот, и... Чё ты сказал вообще, херню какую-то сейчас сказал? Нет, ты херню сказал. Нет, ты херню сказал, что только что записывал серию, потом, а, серии много, и все, что это вообще было сейчас? Не знаю. Ну ладно. Вот, короче, что-то я давно сюда не заходил. Может, дня 2-3 не заходил. Вот, такое, конечно, такое. Но я помню, здесь был скоростной еще этот чел, блядь. Сука. Подожди, бля.
Подожди. Я сделал специально прям коротенький-коротенький. Ну, конечно, да, не могу пройти. Ну, ясно, блядь. Как всегда, блядь. Ну. Такой проходик. О, заебок. Опа. Здесь ничего. Даже не удивлен. Вот здесь, я помню, был скоростной какой-то чел. Ля, дура, что смеется еще. Осуждаем такое, осуждаем. Я думаю, здесь нет смысла вот этих раздербанивать. Что-то прям вообще что-то мне не видно слегка. О, опа! Сюда, сюда. Папочки, это надо. Так, ну что, готовы? Мясорубка, ебать. Да будет. О, подожди. Нет, подожди, я хочу вот это сначала взять. Я сначала это возьму. Блин, ну я к ней не готов, вообще не готов. Как бы это странно не звучало. О! Что-то их пропустил. Здесь больше ничего такого нету, подожди-ка. Вроде нет. Что-то я их пропустил. Ой, бля, так не хочу эту мясорубку ебаную сейчас. Ну, погнали. Let's go. На этот раз тебе не сбежать, мой друг. Ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас... Ой, блядь, отъебись. Блять. Ага. Сосал, блять. Хуило, блять. Что? Что? А, все? Все, да? Все, дядя. Теряйся. Не, он там стоит. Че, он там стоит до сих пор? О, стоит до сих пор. Все, дядь, отъебись. До свидания. Ой, бля, вот это вот я не люблю, конечно. Такие штуки я не люблю, конечно. Ой. О-о-о, пизда мне. Я уж понял. Бля! Дядя Педя, ты дурак? Бамс. Сука, я ж тебе сейчас... Бам, ёпта. Ну не попал. Виноват. Собираем, собираем. То, что, 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 что? Бля, серьезно? А ему похуй? Охуенно. Ой, потом больше нету. Если так, если что. Ай, бля, тварь. Тварь ты, тварь, тварь маленькая. Вообще больше нету, прикинь. Давай, 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 давай. Сучка такая, смотри. Сюда иди, блядь. Зачем ты мне деньги даешь? Я, конечно, понимаю, что деньги, да, нужны сейчас, потому что мне нужно как минимум пятого уровня уже, да? Не четвертого, а пятого уровня.
сбежать, мой друг. Ты иди нахуй, дядя. Находчивости, но сейчас мои творения на свободе. Перерожденные в самом горниле жизни. Пришел. Блядь, меня столько похуй в целом. Блядь, ты можешь пробежать-то? Алло. Охуенно. Охуенно. До свидания, ебать. Все, блядь. Что? Что ты смотришь на меня? Все? Все, да? Все? Успокоился, блядь? Да, я в шоках, ребятки. Нахуй, погнали от него, блядь. Подальше-ка, блядь. Let's go. Сейчас он тут выскочит еще. О-о-о-о-о-о. Беги! Беги! Весело сейчас, бля, будет. Я вам говорю, сейчас будет очень весело, сверхвесело. Ой-ой-ой. Ну, кстати, не так сильно ранит. Я думаю, будет жестче. Давай сюда, нахуй. Иди сюда, блядь. Ты нахуй. Ты кто, блядь? Задание. Где эта маленькая тварь? Беги! Нельзя останавливаться? Нельзя. Нахуй. Где он, блядь? Так и знал. О! Сюда, папочки. Сосал, блядь. Убою, блядь. Блядь. И что мне с ним делать? О-о-о. Я открыла замок. От души. Спасибо, блядь. Беги нахуй, беги, блядь. Работа, дядя Петя, беги! Беги, дядя Петя! Беги! Открывай! Хоть пиздец, блядь! Все, 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 все. Блядь. Вы конченые, блядь. Айзек, будь осторожен с Кейном. Ага. Сейчас его записи мой основной источник информации. Он сука, блядь. Его поведение да? Подается контролю, и он способен на насилие. Сейчас, ребята, сейчас пусть надо говорить. Пошлите, давайте сгоняем, сохранимся с вами. Все, хпшки мало. Вообще прям на нуле почти. Если надеюсь, нет ничего такого вентиляции. Ой, блядь, до свидания, короче. Все, до свидания, блядь. Закрывай, 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 закрывай. Не дает мне сохраниться игра. Игра, дай мне сохраниться-то. Че, куда мне? Туда. Ну погнали, бать. Что-то твари опять тут появятся, да? Да? Нет. Смотри, нет. А это что? Ага. 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 Бля, что они там будут, да? Я вас жду. Я вас жду. А куда мне вообще? Наверх надо. Не дадут нормально закупиться, если что? Не дадут нормально закупиться, я знаю. Буду сейчас пиздец. Всему нахуй. Пожалуйста, игра, не надо. Я только-только после мясорубки. Погнали, ебать. Куда, 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 куда бежать-то, блядь? Закрыто. Пизда-то вы придумали, ребята, блядь. Пизда-то вы придумали. Чё, ну больше ничего нету. Прикинь? Не, ну ты прикинь.
Вообще нет ничего. Хорошо, хорошо, блядь. Там эти маленькие твари. Мы с вами знаем, да? По вот этим быстрым, что если они тут есть, то значит все вот эти вот... Вот эти вот сюда, блядь. Давай-ка сюда, блядь. Нам это... Ну, нам с тобой это точно не нужно, да? Вот это вот. Сейчас опять эту херню заниматься. Зачем нам это? Зачем? Нам с тобой не надо вообще, в принципе. Я в этом уверен. Давай тут все складить. Давай здесь складить, нахуй. Да, ну тут мне не дотянется, нахуй. Чего? Сука. Смотри. Игра. Охуенно. Пиздата. Блять, почему я раньше этого не сделал, нахуй? Почему я вот раньше этого не сделал? Вы мне скажите только. Сколько у меня денег с тобой? Похуй, погнали. Давай. Пусть эти твари появляются, мне похуй уже. Быстро, быстро, быстро. Да, блять, давай быстрее. Классно закупился. И что мне тут делать? А вот как мне вот тут делать? А что вот, а? Вот как? М? Ну, здесь по-другому никак вообще, понимаете? Погнали, ебать. Давай, твари, где они? Где они, где они, где они? Сука! Ну и как мне? Как? Она вроде одна даже, да, появляется? Блядь. И как мне реально? Шо, давай вот тут попробуем. Где эта хуйня? Она же тут одна появляется? Да. Нет! Пожалуйста! Это только я захерачил. Все, до свидания, бать. Я от вас уезжаю, блядь. Отъебитесь, нахуй. И вот как мне, ребят? До свидания, ебать, все. Не заходи сюда, в мой вагончик. Где он? А вот он ты. Ой, сосал, блядь. Иди сюда, она. Эй, я вышел. Почему он один, видите? Ой. Сюда иди, блядь. Смотрите, какой нахуй. Смотрите на него, блядь. Делаю колбаса, нахуй. Прям музыку проебал, жалко. Все, блять, до свидания, нахуй. Да, здесь есть что-нибудь еще, кроме этого?
сука, на тоненького, ребят, на тоненького. Прям очень на тоненького. Блин, там сумка еще есть. Не-не, отсосешь, блядь, И что мне делать, блядь, в этом случае? Вот и вот разработчики, блядь, надо было продумать это. Да. A few moments later. Ну что, ребят, короче, я прошел то место. Мы забрали. Мы забрали вообще изначально вот эту штуку. Вот такую навигационную карту с вами. Вот. Ну, вы помните, да, вот сейчас я сейчас объясню сюда вот про кредиты, узлы, про то, что, да, вот это все дело. Про то, что, да, про то, что у меня еще оружие стоит по 100 с лишним тысяч. Сейчас я все объясню. Я прошел не сам. Я прокачал, вот давайте пойдем, я покажу вам для начала. Я прошел, я просто пытался сам пройти и вообще, ну, вот никак, ребят. Там не, там патроны, типа, без патронов вообще никак, а чтобы патрон купить, нужны деньги. Так вот, я все прокачал, весь силовой резак прокачал, лазерную винтовку прокачал, плазменный резак тоже прокачал. Да, 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 это при помощи все было читов сделано, да, я не спорю, ну, согрешил малость. Но я объясняю, ребят, вы сами все видели, там без патронов не пройти. То есть, либо ты там патроны тратишь, либо ты тратишь патроны вот здесь. Я потратил здесь патроны, потому что здесь хотя бы магазин есть. Денег мне не осталось, и патронов мне не хватило. В итоге я реально, ну, час или полтора, что-то такое, я реально сидел и играл без читов, вот, и фигачил. Как-то пытался пройти это, но никак. Поэтому я просто взял и прошел это с читами. Но. X я только воздух прокачал. То есть, видите, да, я тут все прокачал. Плазменный резак я тоже прокачал полностью. Кинезис модуль я тоже весь прокачал. Стазистский модуль я тоже прокачал весь, понимаете? Вот, давайте-ка мы с вами прокачаем тест здоровья сейчас. Вот, и... И еще. Я накупил, да, чуть-чуть. Я накупил патрон сразу же. Патронов накупил сразу же. Так, давайте я вам продемонстрирую, как это все работает. Смотрите. Видите, какая штука? То есть вообще жестко, да? Стреляет. И это тоже так же жестко стреляет, вон. Видите, да? То есть довольно-таки реально жестко стреляет. Это тоже довольно-таки жестко стреляет. Видите, вы смотрите, какой огонь, видите? Я еще сам офигел. Вот. Сейчас я вам все объясню. Я прошел это все с читами, сюда пробежал, понакупался, ну, сразу понакупал заранее патроны, чтобы, ну, типа, просто не париться об этом. Вот. И прокачал почти все. Вот. Как-то так. Да, согласен, это нечестно, но, ребят, там, ну, безвыходная ситуация была. Так, ну вот. Самое интересное, что они, смотрите, стоят по 100 с лишним тысяч. Так, кстати. Вот, понакупал здесь большие аптечки, средние аптечки, плазменную энергию. То есть, видите, я много чего понакупал. В основном патроны я купил себе. Ну, в принципе, купил на прохождение патрона, чтобы, ну, хотя бы главу 2, типа, вот эту главу и следующую, чтобы вообще не париться об этом. Вот. Давайте с вами купим костюм уровня 5, получается, да? Или 4. Не, давайте 5-ю. Да, ребят, это нечестно, можете захейтить в комментарии, вы будете, ну, это будет оправданный хейт, но, повторюсь, там больше, ну, там вообще никак, там либо ты продаешь все оружие опять, что мне не очень хотелось, и тогда уже, да, возможно, тогда ты выкрутишься, либо ты, ну, вот так, как я сделал. Причем сейчас я читы, ну, типа, полностью отключил, потому что, ну, я сразу сказал, что, типа, пройду этот момент, и все. Больше читаем проходить, ну, не буду. Вот, извините, ребят. Так, вот, нифига себе, костюм такой моднявый, ребят, да? Моднявенький костюмчик. Новенький костюмчик. Кстати говоря, реально новый костюмчик. Вот, так что я закупился максимально, чтобы просто не париться. Вы сами понимаете, да, все это дело. Прокачал тоже оружие, максимально прокачал.
Вот, ну, кстати, говорю, что с пистолета там что-то раза 4 или 5 нужно, вот этого, которого, ну, который гнилой такой монстр. Вот, нужно фигачить. И все. Давайте сохранимся, чтобы с вами новый костюм взяли. Кстати, мадня, вот такой мадня, аминький. Скажете, а почему 12 минут? Честно, не знаю. Может, спросите, а почему 12 минут там было, да? Честно, не знаю, не знаю. Может быть, просто сбросил из-за читов, типа, все это дело. Мы еще с вами 13 часов уже играем. 13 часов. Так, ну что, let's go. Ты с кем? Починить челнок директора и покинешь это место, но сейчас это невозможно. Силовой двигатель челнока уничтожен. Нет, 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 нет. Дядя, ты кому это говоришь? Надежды, не теряй. Сначала я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Кстати говоря, картинка стала реально плавнее. Намного плавнее. Она все изменила. Не знаю, почему так. Вот почему церковь. Так. Они считают обелиск к святыне, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Ебать, это что? Это босс наш будет? Вот, что мы нашли. Внутри Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! Да. Но Амелия, она знала. Она знала, что это можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 80 ячеек здоровья. Не здоровья, а хпшки. Ну, короче, 8 ячеек лет. 8 ячеек хпшки. Пожалуйста. Прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей. Теперь. Мой долг положить этому конец. И искупить свой грех. А ну-ка. Но ты можешь помочь мне. Я тебе помогать не буду. Как он смотрит вообще, блядь? Куда он смотрит, нахуй? О, души мужик. Челнок. Короче, я так понимаю, то, что он показал, это наш босс, да? Охуеть. Чувствую, босс будет жесткий. Let's go, чё? За хуйня-то, блядь. А-а-а. Понятно. Ай, блядь. Ты ж, блядь, серьезно? Спрятался, смотри. 3000, кстати говоря. 800. Аптека, ебать, тут дают. Смотри, ты шо.
Да. Не густо, не густо. Ну ладно. Так, блядь. Опять начинается, не понимаю. Опять началось-то нахуй. Так, нам куда с вами? Нам туда. Но тут есть еще помещение. Я вам хочу сказать. Тут есть еще помещение. Причем помещения довольно такие. Просто помещение, что ли? Все? А, не, я смотри. О, блядь, я испугался. Ну ладно, нахуй. Наеб, значит. Наеб ТВ, да? Понятно, работаем, блядь, получается. Забрали. Забрали. Что мы пришли? Так, подожди-ка. Не, на стенах больше ничего нет. Let's go, let's go. Не, ну посмотри. Текстовое сообщение, давай. Личный журнал The White, первый помощник. Черт, в июне, похоже, управляет всем кораблем. Пока что точно знаю, что к ним принадлежат капитан Матиус, офицер по науке Кейн, второй офицер по науке Мерсер, командор Хольт, лейтенант Карилла, младший лейтенант Питц, младший лейтенант Вред, Мичман Мейнер, Мичман Паттл, Мичман Уреде, Мичман Шанде, Мичман Эспелате, Мичман Нативидат. Видимо, это те, кто устроил всю эту херню, да? Вот этих монстров пустил сюда. Ну или, по крайней мере, не остановил. Такое тоже может быть, знаете. Знаете ли. Так, ну и ласт вот эта вот комнатика. Здесь еще одно, прикинь. Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. Ого. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Но потом был найден обелиск. Церковь немедленно взяла дело в свои руки, поставив меня во главе этой миссии. И она позаботилась, чтобы большинство экипажа состояло из ее последователей. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Охуеть. Ты прикинь? Еще возможный госзаказ. Охуеть. Не госзаказ, а может быть это... Может быть. Как я понял, правительство пыталось скрыть что-то. А они такие, не-не-не-не-не. И все. Ну шо, let's go, ебать. О, бля, ща будет нахуй интересно. Из нее застолили много содержания мата. Но это чистые эмоции мои. Самое интересное, видели, да, вот это вот? Видели, да? Рубиновые, блять, вот эта плата, золотая плата. То есть, когда у меня, я что-то не использовал, да? То есть, их не было, да? Ясно, блять. Понятно, нахуй. То есть, вот так, да, игра? Ну, понятно. Шо, let's go, ебать. О, сейчас будет как пахнет жареное. Я чувствую. Что здесь пахнет дерьмом.
Так подожди, а вот тут что? Коробочка вон. Девятьсот. Вошли, пройдемся с тобой быстренько. Опа. Ого, сюда большая аптечка. Игра, ну ты издеваешься, что ли? То есть, когда я уже... Ну, понятно. Понятно, вот это закон справедливости, ребят. То есть, когда я не использовал, да, вот эти вот щиты, то мне такого лута почти не давали, большую аптечку. Вот, мне давали один раз всего лишь. А тут на тебе, лежит спокойненько себе. Конечно, тут будет, скорее всего, мясорубка. Если мы никогда будем обратно идти. Алло, это что за хуйня? А, мне туда надо, блядь, подожди. Здесь лута до хрена просто. Подожди, куда мне? А, у меня вот сюда. А, бля. Подожди, там что было? Нет? Ебать, прикинь. Ну и чё? И? Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Давай, жду. Давай, поехали. А, еще ран, да, до тварей. Куда я, блядь? Пробный запуск двигателя челнока. До свидания. А, нам здесь надо оставаться. Здравствуйте, я вас здесь не ожидал. А что, ты тоже не ожидал, да? Увидеть такое, бля, что я прокачался, да? Пусть пока, нахер. А давай-ка мы, бля, я не смогу, да, увидеть. А вон еще один быстро я вижу. Уже подожди, сейчас еще один. Ебать, вы видели? Хедшот просто. 5. Этому нужно 5 выстрелов. 5 выстрелов, если что, на этого. Ты скажешь, зачем ты тратишь? О-о-о! Здравствуйте, здравствуйте. Давай, давай. Одному уже хедшот прописал. Причем только нормальненький хедшот. Давай, ебать, где ты? Кажется, еще готовится. Бессмысленно пока что. Что ты тут делаешь? Давай, блин, где быстро? О, ебать, смотри. Давай, давай. А где еще один, блин, быстрый? Вот тут и останешься, ебать. Ну и чё так долго-то, блядь?
запуск двигателя челнока. А нужно было запустить. Ага, я понял. Ты понял? Я понял прикол. Давай. Иди, иди сюда, мой сладенький. Давай, 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 иди сюда. Мой хороший, давай, 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 давай. Бумс. Все. Бля, поздно, да? Ладно, похуй, погнали. Успею. Давай, давай, только иди, пожалуйста, иди сюда. Пробный запуск двигателя челнока. Бля, подожди, я обратно смогу сбегать за этим, магаз? Мне нужно, конечно, вот этого испепелить, как я помню. Пошли-ка... блядь, не могу, прикинь. Ты прикинь, я не могу. Пошли, пошли за мной, пошли за мной. Другая идея есть. Давай, давай, мусладенький, иди сюда. Иди, иди сюда, иди, иди, иди сюда. О, ты думаешь, ты меня что-то сделал? Все, блядь, сейчас нахуй тебе пизда, блядь. Быстрее! Быстрее! Не успею, успею, успею! Пробный запуск двигателя челнока. Так вот надо было изначально просто сделать все. Понятно. Все? А мне нужно захват освобождены. Все, куда мне? Блядь. Работает? Да, он должен работать. У нас есть немного времени в запасе, чтобы сделать все правильно. Челнок необходимо вывести из ангара до запуска. Контрольная панель здесь. Ты проследишь за процедурой расстыковки, а я запущу двигатели челнока. Смотри, какой реально, смотри, броня тут имеет вид. И, не то, что имеет вид, а... Давай, речь, пожалуйста. Смотри, броня тут реально имеет какой-то смысл, потому что, смотрите, у меня только сколько? Одно? Даже меньше одного. Ну, короче, одно, скорее всего. Одно деление только забрал. Прикинь. Замки челнока. Одно деление только забрал. Охуеть. Ну еще моднял, кстати, такой. Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Да, Мели. Скоро я отвезу его домой. Все, ебать, погнали. Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения, пока. Давай, давай, не будем портить отношения. Ну там было два скоростных, я видел. Я видел, что там было два скоростных. Так, сохраняемся, конечно же. Конечно же, сохраняемся. И давай мы следующего, вот это следующее, оставим на следующую серию. Буду записывать подряд, наверное. Буду просмотр. Если вам понравилось. Насчет читов я уже все сказал. Вот. Увидимся в следующей серии, давайте. Oh,